характера. Пусть они что-то еще не успели сделать, но вот это видение этой партитуры, оно, конечно, покоряет. Это такой мастер, это такой, вот не только дирижер, а еще режиссер. Он такое значение музыки, то есть вот каждой фразе придает, что это такая интересная работа, что жалко, что закончилась.
Thank you.
Я поднял глаза и увидел ее. Была пятница. Никогда не забуду этого. Я увидел ту самую Кармен. На ней была красная, очень короткая юбка, из-под которой виднелись белые шелковые чулки в дырах. А на ногах хорошенькие софьяновые туфельки с огненными лентами вокруг щиколотки. Она откинула мантилью, чтобы видны были ее плечи и большой букет белой акации, заткнутый за вырез сорочки. Во рту у нее тоже был букет акации, и шла она, поводя бедрами, точно молодая кордовская кобылица. Мирамуре, она другая. Она более, ну я бы не сказала примитивная, но, возможно, более простая. У Бизе она более возвышенная. В этом разница. И я считаю, что это очень важно передать. Я старалась это передать, потому что это не просто примитивно, вульгарно, вот такая женщина легкого поведения. А в ней есть что-то такое, что отличает ее от просто женщины. Thank you.
Сержант приказал мне взять двух подчиненных и посмотреть, что там случилось. Беру солдат и иду наверх. Представьте себе, сеньор, войдя в залу, я вижу прежде всего человек 300 женщин, чуть ли не в одних рубашках, и все они размахивают руками, орут, визжат, словом, поднимают такой шум, что он вполне заглушил бы раскаты небесного грома. В сторонке лежит вверх тормашками вся в крови какая-то девица с изрезанным лицом. Напротив раненой, окруженной наиболее сердобольными работницами, стоит Кармен, которую держат 5 женщин. Повертаюся, о диавле, то себе повертаюся,
да, жаза, жаза, мезалаку, эва, еле, да, да, и козе, жаза, Every pleasure song to do, dog for me to your company.
Я был точно пьяный. Я уже начал болтать глупости и готов был их натворить. «А что, если я вас толкну, и вы упадете, земляк?» — продолжала она по-баскски. «Этим двум кастильским олухам нипочем меня не догнать». Ей-богу, я забыл присягу, забыл обо всем на свете. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно падаю навзничь. Одним махом она перепрыгивает через меня и пускается на утек. Oh,